Шука и Конга Конга, вы будете настоящие главари нашей банды и самые главные коровы. Сейчас я к вам приберусь. Так, дорогая, держи, смотри, вот тебе яйцо. Кушай, кушай, питайся. Смотри, тогда пойдем. О, я вижу, тут как бы все в процессе. Фермерство начинается, да? Коров разводишь. О, специальная пшеница с витаминами, которая поможет тебе выращивать этих коров в 10 раз быстрее. Их Данил. Так, самое главное, на, и подумай, кому ты ее дашь очень и очень хорошечно. Ага, все, хорошего тебе фермерства, я пошел. Ну, понравилось? А! Что за дичь? Эд! Что за черт? Шесть лет его больше собой бежал! Я покажу тебе! Я покажу тебе! Вот сюда! Хорошо, отлично. Так, я тебе даже дам ножницы, собирай, иди вот эту вот шерсть, потом построишь себе кровать. Не благодари, я знаю то, что я сегодня слишком добрый. Мужик, я тебе могу сказать спасибо большое, я сделаю ферму овец. Она будет самая большая в этом... Все, стриги давай вот это, умничаешь. Убийца! Что? Убийца! Кто? Ты мне убийца дал, в смысле? Я тебе дал постричь овцу, а не раскромсать её на баранины шашлык! Поздравляю, и чё? Вот эндержемчуг выпал. Ну кинь его, телепортируйся куда-нибудь. Мне-то чё он зачем? Так ты кинь, чё я? А мне он зачем? А мне зачем? Убил эндермена, убил эндермена. А там, кстати, у той деревни Икс Данил живет. Может... Брось его, я отстану! О, господи, ладно, брошу! Вот только после этого ты от меня отстанешь! Отстань! Ты куда его нафиг бросила? Ты... Гречка, я тебя даже не вижу! Пшеницу больше нет! Так, значит, ты сытый, пойдем сразу тогда приступать к делу. Будем тебя доить! Давай за мной сюда, коровушка! Значит, где мой ведерко? Вот. А ну, так, тихо, тихо, не шевелись. Оу, щет! А ты бык? У меня бык? Я ну знаю, кто нафиг! Я не понял. Но... Ты нафиг. Ты разговаривай. Господи, это что? Это, ты что такое? Звездный бэкинг занял! Ты что такое? Только я не понимаю, нафиг ты меня сзади пыталась подоить. Это ты, да? Это ты, да? Я узнаю этот голос, нафиг! Я Херейду расскажу, он не поверит. Это кошмар. Нет, 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 не рассказывай, ничего я не пытался. Пытался. Бычара! Бычара! Прям я пытался. Сейчас прям я пытался. Сейчас укакушу. Прям подоить меня. Пытался, прям сзади. Тебе... Прям сзади подошел. Нет, и пытался. Сзади. Пшеницу больше лет. Так, значит, ты сытый. Пойдем сразу тогда приступать к делу. Будем тебя доить. Давай. Чистовик. Чистовик. Сиди туда. Чистовик! Сиди туда! Только взгляни на этого плохиша. Функция сжатия и рожатия — это прорыв в технологиях охоты на кабана. Чем бы он ни был, хорош для физкультуры, если вы хиппи. Грудь, пресс, сгибатели, челюсти... Чистовик! Сиди туда! Уберешь? Бросаешь в воду, возле тебя скапливается огромное количество рыб, и ты их всех ловишь. Все, давай, поехали, не задавай вопросы. Ага, поняла. Позор, пыль!
конечно, что поздравляешь, но давай, я подарком рада. Дари. Это что такое? Я не планировала тебя! Не меня на землю! Я не хочу тебя здесь видеть! Ой, спасибо, спасибо, конечно! Ну, подарки! Смотри, куда? Ты что здесь? Куда? Ты куда меня запустил? Ты чё? Мистер Чалк! Здорово! Опусти! Всё! Привет, передавай привет Карлсону! Куда? A few moments later. Иди нафиг! Иди, иди! Я сказал, иди нафиг! Надо достать зелье, человек! Ё-моё! Слушай, ты немного перепутал, по-моему! Что? Что? Мужик? Мужик? Мужик! Проблемка. У нас небольшая проблемка. Проблемка! Ты что творишь? Какая проблемка? Это я даже сам почему дождь? Да почему? Забьёмся. Давай, подожди, подожди. Надо так сделать, надо так. Закрывай. Закрывай окна. Быстро. Что стоите? Помогайте. Джон, мы дольше не продержим эту дверь. Лайки. Тебе показать, чтобы тебе... Нет. О! Вот смотри. Я уверен на 100 миллиардов%, то что Хватит жрать. Я уверен на 100 миллиардов%, то что тебя даже твоя собственная кровать не выдерживает. Вот ты когда на нее вот это ложишься, она в любой момент сломаться может. Давай. А то ты жрешь эту свинину без конца, вот давай, чтобы... Хватит жрать свинину! Я тебе докажу, что я худенькая, эта кровать... Давай! Чтобы ты задумалась, что уже даже кровать под тобой ломается! Ну вот, давай, хорошо, ставь, давай докажу, что я худенькая! О, щет! Кошмар! Нет! Ты столько свинины съела, то что второй этаж, кровать первый этаж, и подвал тебе даже не выдержит! Нормально, прочитай без акцента. Зачем ты с акцентом читаешь? Оберег от кражи коров. Ну? Типа... Что такое кражи? Я не понимаю, он надо мной сейчас рофлит или нет? Хватит меня пить! Подходишь сюда в самый центр и просто нажимаешь правую кнопку X1, и тогда все коровы будут под твоей охраной. Ага! Дубина, держись от него подальше! Даже когда по ним бью, звук как будто я... Отвали! Ты что натворил? Ты всех статуи превратил! Вот, я даже... Подожди, это лишнее! Я ты, даже... Ты что сделал? Нет! Я так и знал, то, что он нафиг на нас выпрыгнет. A few moments later. Чтобы ночью оттуда никто не вылез, когда ты спать будешь. Убери этот сундук от меня. Я теперь вообще уснуть никак не смогу. Ты мне еще кровать. Мой дом! Батон!
Что? Только не говори, что... Ты что с моей кроватью сделал? Что мне... Как где я? Еще есть... Чудо-средство. Вот, ты же знаешь, что это не обычный мир Майнкрафта. С этого момента у тебя больше не будет ни одной проблемы с лишним весом. Я тебе уже зубом клянусь. Просто надо один раз сербануть, и все. Я это средство с Алиэкспресса закупил, но вроде как там хорошие отзывы были. Ну, я надеюсь, что это поможет мне избавиться от моей проблемы. О, щет. Что? Эй, я... Я кушать хочу! Теперь-то у тебя точно огромные проблемы! Тебе бы вот это, ну так, на диету не помешало бы вот это все! Я правда! Я обещал, что я похудею! Я была... Валя, все до даха! Неделю пельмени твои любят! Ответь мне на самый главный вопрос. Что необходимо фермеру? Фермеру необходимо много коров, много молока, много инфраструктуры, много семян, много пшеницы и большой баз... вот эта фея, короче. А и уличный. Ну так вышел за кустиками, пук-пук-пук и все. Ну так а зачем за кустиками, если иди сюда? Зачем за кустиками? Sharpest tool in the shed. Зачем с акустиками? Если я могу тебе такое предоставить, пишка, как? Ага. Так, ну кресло вроде как удобненько. Так, попробуем закрыть. О, фу, так. Фигайся, с***то! Убийственный!